Посмотри, Каркуша, какой чудный рисунок нам прислала наша юная зрительница Нона. Хм, очень симпатично. Как думаешь, что на этом рисунке изображено? То ли котик, то ли кактус. Не могу сказать точно. Да, лучше посмотреть видео от автора этого рисунка, и все поймешь. Точно! Всем привет! Сегодня я покажу, как нарисовать милый кактус. Вот это фантазия! Да. Кота-кактус! О, я бы никогда не додумалась до такого! Да, наши зрители большие фантазеры! А продолжит программу любительница поэзии Анастасия со стихотворением Роберта Рождественского. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб умел для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, глубокого чук тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человеческим родством, всего одну планету, Землю, только и всего. Межзвездную дорогу и мечту о скоростях. Это все совсем немного, это только лишь пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку надо мало, лишь бы дома кто-то ждал. Молодец! Да. Стихи – это прекрасно, особенно по утрам. В таком случае послушаем еще один. А я не против. Тогда Настя прочтет стишок про лошадку. Очень хочется лошадке вместо сильной травы сесть на завтрак шоколадку или чуточку. Очень хочется лошадке тослоён на обед, а на завтрак сладкий-сладкий из пирожных винегрет. В крайнем случае печенье, хоть кусочек откусить. Но не знает, к сожалению, как об этом попросить. Ой, какие же замечательные у нас зрители! Так бы и смотрел, и смотрел! Друзья, ждем от вас новые видео. Мы очень любим наблюдать за вашими успехами. Попросите родителей снять ролик в хорошем качестве и прислать нам на наш конкурс. Лучшие мы покажем в эфире. Смотрите самый семейный канал «Карусель».